Город над Бугом недаром называют цветочной столицей Беларуси. Уже не первый год на его территории проводятся масштабные фестивали цветов. Обычно в эти дни весь город превращается в большую оранжерею, а результаты этих творческих изысканий радуют глаз целый сезон. Эту идею решено было внедрить и в фестиваль-конкурс «Город-сад», который пройдет в первый день лета. По этому случаю состоялась пресс-конференция, на которой оргкомитет ответил на вопросы журналистов и рассказал, как идет подготовка к мероприятию. Творческое состязание предусматривает три номинации – конкурс выставка ландшафтных проектов, зеленый город и фестиваль цветов. На протяжении 5 дней для гостей праздника пройдут семинары, мастер-классы, выставка-ярмарка, садовый маркет. С 1 по 5 июня на территории города Бреста будет проходить республиканский конкурс, фестиваль «Город-сад». Значит, решением Брестского городского исполнительного комитета и решением Брестского областного исполнительного комитета утвержден план проведения данного мероприятия. Значит, в плане указаны три основных мероприятия, которые будут проходить. Это конкурс проектов, то есть наши молодые архитекторы будут показывать свои реализованные проекты, либо проекты, те, которые готовы к реализации, это первый этап. Второй этап у нас будет, это зеленый город, определенные площадки по городу Бресту, где будет происходить проектирование данных площадок и озеленение силами наших предприятий городского ЖКХ. Ну и третье у нас направление – это проведение так называемого фестиваля цветов. У нас в Бресте он уже проходил, наподобие вот этого будет. Значит, тоже определены площадки. Это парк культуры и отдыха в основном будет и улица Мицкевича. Хотела добавить, что фестиваль – это не что-то такое серьезное и скучное, правда? Фестиваль – это еще и праздник. Все вот эти дни будет большая культурная программа. Хотелось бы сказать про садовый маркет. Одна площадка будет у нас работать на территории легкоатлетического манежа. Там у нас будет и концертная программа, большой праздник для детей и интерактивные площадки. Условно, каждый посетитель может посмотреть, как работает кузнец, гончар и другие, значит, специалисты, которые связаны с ландшафтной архитектурой. Стоит подробнее остановиться на конкурсе проектов молодых архитекторов. Главное условие, чтобы задумки авторов были практичны к реализации, чтобы их можно было применить на городских территориях, либо они уже где-то интегрированы в ландшафтный дизайн. Для победителей предусмотрен призовой фонд. Оставить заявку для участия можно на профильном сайте. Предлагаем участвовать в основном, мы как видим, вот это будет участие, в основном это молодые архитекторы, которые будут самовыражаться в своих проектах. Проекты нас интересуют, скажем так, не такие виртуальные, а проекты реальные, которые могли бы мы применить на наших городских территориях, либо они уже применены где-то в какой-то территории интегрированы. Также к началу фестиваля конкурса будет заложен и уникальный парк валунов. Он будет состоять из 12 камней, все они найдены на территории Каменецкого района. Валуны разных пород. Возраст каждого из камней может исчисляться от 1000 до 50 тысяч лет. В будущем на созданной каменной экспозиции планируется проводить экскурсии. Над проектом работают сотрудники двух высших учебных заведений города над Бугом. Есть концепция у нас. Есть концепция. Мы не хотели бы тут раскрывать до конца. Будет очень красиво, с перспективой развития. Туда будет интегрировано в этом районе множество камней, и значит будет и озеленение с этим завязано, и благоустройство, поэтому будет интересно. Фестиваль-конкурс «Город-сад» станет ярким и незабываемым праздником как для брещан, так и для гостей города. Особенным подарком будет большой концерт, на который уже приглашены звезды как белорусской, так и российской эстрады. Фестиваль «Город-сад» – отличная возможность хорошо провести время с родными и близкими. Александр Богданович, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания «Бук-ТВ».